Ну, сейчас у нас ель голубая пятилетка. Опять на сайте. Вот можете различия. Справа у нас находится ель обыкновенная зеленая. Слева у нас ель голубая пятилетка. На сайте есть, можно сделать заказ. Она идет отправкой до 15 сентября. У нас одна цена будет, с 15 будет чуть повыше цена. Кто делает заранее заказ, тем, соответственно, скидка это и идет. Поэтому я не озвучиваю цены сейчас заранее в видео. Внизу в описании под этим видео будет ссылка на эту позицию. Можете перейти и заказать. По наличию у нас ее немного, около 500 штук. Но это ель, которая побольше. Там еще у нас есть пятилетка, она поменьше. Еще раз прошу вас соблюдать минимальные партии заказа. По-моему, 10 штук. Успейте заказать. И она уже наполовину забронирована. Поэтому я не знаю, может быть, к 15 сентябрю даже я ее сниму. Сниму с продажи. Вот какая елочка, видите? Это пятилетняя ель. Но она чуть побольше. Сейчас пойдем посмотрим. Там у нас пятилетка есть чуть поменьше. Обзор на нее будет. Ну и соответственно цена на нее. Но на нее цена меняться скорее всего не будет. Так, прекрасная елочка. Опять же самовывозом. Кто хочет самовывозом, подъезжайте, покупайте. Опять с 15 сентября. Суббота, воскресенье у нас самовывоз. Пожалуйста, раньше посмотреть вот это вот все. Мы работаем, отвлекаться очень бы не хотелось. Почка только формируется. Вот. Сейчас ее поймаю. Вот она, почечка. Формируется, опять же пойдет. На следующий год очень прекрасный сеянец будет. На этом все. Вы были на канале питомника Хвойный дворик. Ссылка будет в описании на эту позицию. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго. Спасибо.